Доброго дня. Сегодня пришел ко мне такой запрос. Здравствуйте, Сергей. Я проверил свои пенсионные накопления. 13 марта у меня было накопление 2 миллиона 586 тысяч 759 тенге. А 28 марта, то есть это вчера, 2 миллиона 553 тысячи 572 тенге. Пенсионные не прибавляются, а убавляются. Подскажите, почему происходит так? То есть за 15 дней убыток составил 33 186 тенге. Происходит это только по той причине, что Национальный банк в основном размещает деньги в валюту, валюта падает, от этого допускаются убытки. Очень рекомендую, возьмите выписку на начало марта, на конец марта, чтобы понять, сколько вы теряете от инвестиционной политики Единого капитального пенсионного фонда.